каждый раз все страшнее сюда ехать, вот, и хотелось бы, чтобы это поскорее закончилось, очень нервозно все-таки, для, ну, в первую очередь, своей безопасности хотелось бы. Уже подходите, смотрите. Ну, конечно, мы защищены. Они это буквально единиц падают, прорываются как-то там невзначай. А в основном наш ПВО действует замечательно. Мы в полной безопасности. Я только второй раз, когда говорю, что на 21 этаж прилетело, вот это я тогда в 3:20 проснулся, потому что я спал на окне. А первый раз, когда прилетел там на 11 этаж, я не слышал. И вот когда сейчас на 8-й павильон прилетело, я тоже не слышал. Поэтому, ну, чего бояться-то?